Друзья, всем привет, с вами Старекс, мы продолжаем играть в Стэшанирс, у нас новый сезон, в прошлой серии мы начали и продолжаем нашу стройку, глобальную только начало, как бы вторая серия, все, поехали, тут у нас уже такая будка инженера, чтобы прятаться, если вдруг погода. Вот, копаем мы шахту вниз, посмотрим, насколько у нас тут надо глубоко. Ух ты, ёпарасоте. Днище, буквально, днище. Слушай, а нам так глубоко-то и не надо. Ты мне вообще что, планету всю прокопаешь, что ли? Слушай, нам настолько глубоко не надо, ребят. Я вас умоляю. Нам реально столько? Столько нам не надо. Они реально захотели мне всю планету перекопать. Стой, я же выключил. Джетпак, джетпак, не надо. Так, вернись на место. Вернись на место. Так, вот эту гэму удалим. Мы это не для ресурсов делаем. Так, вернись на место. Вернись на место. Слушай, много реально копают. Копают как не знаю что. Все же, да, остановились? Они крутят назад? Да, они крутят назад. А, они все вернулись, да? Первый, второй? Он тут еще не вернулся. Да, вернулся, все, отлично. И они замигали. Да и мигайте себе на здоровье. О, смотри, сколько тут кислорода. Взрывоопасный материал. Надо удалить. Просто все это жрет потом. Так, мы, можно сказать, прокопали в вот эти все четыре. Осталась у нас вот эта крестовина невыкопанная, да? Угу. Нам бы, по идее, передвинуть. И передвинуть хорошо бы было. Так, если я на одну сюда сдвину, я выкопаю вот эту часть, да, получается? И вон ту. Но вот это у меня не будет работать, да? Я могу только, получается, сюда поставить. Один вот отсюда и вот эту часть выкопать. Ну, по идее, так. Так, тогда... Убираем отсюда это. Это отсюда убираем. Этот отсюда убираем. Ой, тут еще куча всего. Куча всего ненужного. Так. Мы убрали. Эта часть у нас забудется. Это нам не надо копать. Это у нас просто я здесь ставил, да? Давай тогда сразу ее заделаем, потому что это у нас как бы стенка. Это у нас не должно быть вот это. Здесь все правильно, как бы. Правильно же? Раз, два, три, четыре, пять. А, подожди. Стоп, стоп, стоп. Это как раз... Как раз, наверное, должно было буриться, нет? Так, подождите, чтобы не ошибиться. Если я здесь сейчас перекрою... Сколько у нас здесь осталось? Раз, два, три, четыре, пять... Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вот так вот. Остальное все должно быть выбурено. И у нас осталось только крестовина, да, вот это? Так, майнинг. Майнинг ферма нам нужна. Давай, наверное, вот эту часть сейчас пробурим. Вот
Так вот развернем ее. Вот, он нам срубит что? Он нам срубит вот эту вот штуку. Да? И нам надо вот это убрать. Вот. А вот эта часть у нас уберет вот эту. И останется вот здесь убрать. Здесь, если я поставлю вот это, у нас уберет вот эту часть, а здесь я поставлю. Слушай, такой ромб хитрый, однако замутил вообще. Ты посмотри просто, ты посмотри на эту гениальную конструкцию, называется ромб. Да Винчи бы завидовал. Фибоначчи, там кто там у нас всякие эти линии делал. Вот. Осталось подключить кабель. Так, ну что, зря время терять. Погнал. Чем быстрее прокопаем, тем лучше. Погнал. Слушай, чё так далеко кабель тянуть? Так, вроде не крутится. Это просто ветер. Погнал. Отлично, погнал. Все, у нас теперь полностью все, что не нужно, все выкапывается. Слушай, мне кажется, так изначально надо было делать, а здесь бы у нас осталась бы вот такая штука. Чё-то я тупанул. А, тогда бы я вот здесь бы не прокопал, да? Ну да. Сохраняемся. А чё бы нет? У нас уже прогресс идет. Прогресс идет. Так, 14 градусов, давайте скафандр открывать. Пока светло и все хорошо, и потихонечку будем вот эти штуки. А, ну они, в принципе, улетают и там тают. В принципе, туда им и дорога. Глобальная стройка. Вот это Страйкс вообще замутил, конечно. Так, слушай, а почему ты вот здесь не прокапываешь? А, нет, прокапывают. Просто медленно. Ой-ой-ой, токсин, токсин. Нет, тут никаких токсинов, все хорошо. Да какой-то токсин. Все хорошо. Ну, кислород тут кругом. Че тебе? Надышался каких-то газов. Это не я. В комнату отрезвления, пожалуйста. Там добавили еще окна со шторками, но сразу скажу свои 5 копеек, как бы вставлю, да? Я их протестировал, их можно ставить адекватно, только подключением наружу. Объясню почему. Они сразу ставятся, вот здесь если одинарная, да, и здесь можно вторую сетку, то окно со шторкой, оно заполняет сразу два отделения вот это вот и стены, и окна, ну, грубо говоря, сразу вот эти две сеточки. И адекватно будет ставить проводами наружу, потому что если вы поставите подключение внутрь, да, вы сможете нажимать на нее, она будет шторка открываться, закрываться, но когда вы подойдете к окну, кто играл в инженерах, знает, ну и здесь то же самое, в принципе, когда вы подходите к чему-то, да, видите, она подсвечивается зеленым, причем это нельзя убрать, вот это вот дурацкое подсвечивание, вот это вот, да, его нельзя убрать. Вот если вы подойдете к окну, вот представьте, что вот я вот сейчас подошел, а у меня все окно стало зеленое, я ни хрена не вижу. Вот там будет именно так. И чтобы этого не было, ставню надо ставить с другой стороны. То есть закрываться она будет с внешней. Тогда вы будете подходить, здесь не будет никакой сетки, будет красиво все просматриваться.
и будет все круто. Вот, поэтому я просто уже протестировал. Либо делать вообще на потолок, чтобы особо тут до него не было дотянуться, да. И на потолке оно адекватно, да. Потолок открылся, как бы можно с утра открывать потолок, там, допустим, у вас гидропоника, а на ночь его просто потолок закрывать, к примеру. Вот, и будет очень даже прикольно. Так, что у нас там вообще? Ой, слушай, а тут, кстати, отсюда можно смотреть вниз. Нормально-то так. Слушай, слушай, круто копают. Так, я думаю, что вот этот вот хватит. Давай на обратку. Так, давай каждый проверим, сколько тут у нас осталось. Так, вот это тоже хватит. Достаточно. Так, ой, это тоже хорошо. Если что, потом просмотрим, сколько там у нас. Так, а здесь у нас... Ну, в принципе, вот это еще пусть поработает немножко. Нам столько много и не надо. Вот главное ту сторону, чтобы сбрил. Во. Во. А, ну здесь он пропускает, потому что там уже пробурено, да? Он нам только ту бреет. Может быть, они потом сделают какой-нибудь отдельно большой бур. Так, все, достаточно. Давай наверх. Слушай, классно. Осталась только вот эта пипка. Пробурить. Я думаю, что на такую глубину нам будет достаточно шахту. Это уже достаточно большая глубина. Слушай, прикольно. Прям у нас тут такой, прям, я не знаю, какая шахта-то огромная. Так, все выкидывает, все это тает, да? Читает. Ты же таешь? Таешь или нет? Ну-ка, стой. Стоит. Ну, куда ты? А, все, он растаял. Он растаял, это хорошо. Так, все, тебя не надо. Тебя больше не надо. Ты тоже свое отработал. И ты отработал. Все, отлично. Отлично. Вот такую вот шахту мы пробурили. Вот. Представьте теперь, если бы я это все делал вручную, ребят, вы бы, наверное, тут сказали бы, где это самое, Страйкс, ты вообще чем занимаешься-то, собственно, да? Либо ты делай это не на запись. Вот. Либо мы сейчас тебе это... Того. Того самого. Ну, вот это, ребята, это уже надо только вручную. Это быстрее вручную сделать, чем... Просто тут по бокам надо ровненько, чтобы было, ну, вы понимаете, да? А здесь-то как бы тяп-ляп и нормально. Ой, темнеет, что ли? Что-то я не вижу тут ничего. А, это просто я на глубину, там уже свет, видимо, падает. Такой уже нету нифига света. Заодно оценим глубину. Глубину на нашей шахты. Нашего будущего. Не скажу чего. Я надеюсь, вы уже написали там в комментариях, что у нас тут строится. Из глобальных соображений. Зная меня, что я могу построить такое внутрь углубляющееся. Так, вот, в принципе, ну... Я думаю, что нам вот этого размера хватит. Ребята, я думаю, что вполне. Смотрите, какой квадратик ровненький. Вот это, правда, вот дурацкое немножко. Но это мы все сделаем, ребят. Это мы все уберем. Слушай, а в идеале бы, конечно, эти стенки-то тоже копать. Потому что что? Потому что здесь-то будет эти. А, нет, все правильно. Все правильно. Я же из соображений 3 на 3. А здесь-то у нас пойдет стена, блок. Так это у нас здесь стройка-то еще и не закончена. Здесь-то у нас будет стена, блок, так что все нормально. Сейчас покажу, ребят. Сейчас мы начинаем. Мы только начинаем, ребят. Так что усаживайтесь поудобнее. Кофе, печеньки, все дела. Кто что там ест, кто бургеры ест. Так, теперь нам нужна лесенка. Лесенка нам нужна. У нас целый кратер.
Как лесенка? Итем. Итем кит, по-моему, да? Лесенка. Я знаю, как ты выглядишь, но не знаю, как тебя назвать. По-английски ледер, ледер. Это обычная такая лесенка. Нам надо другую лесенку. Кстати, вот такие вот односторонние клапаны добавили туда-сюда. В общем, много чего добавили. Мне нравится то, что игра. Игра всегда в горшки вот добавили всякие разные. Так, нам, кстати, еще вот эти рейлинг нужны, ставни. Что еще? Что еще? Роверы, это все не то, это все не то. А, вот они. Как называется? Stairs. Stairs. Так, во. С перилами, пожалуйста, иначе я упаду. Вот. Слушай, прикольненько. Мне нравится. Так, а насколько мы будем это дело делать? Ну, я думаю, что... Ой-ой-ой, как страшно-то. На одну. Здесь у нас поворот, да? Слушай, идеально. Идеально. Мне нравится. Сюда, сюда, сюда. И вот так вот спускаемся. Это у нас тут такой ручной этот. Так, и туда, да? Перила пошла. Так, а здесь у нас что будет? Здесь у нас будет... вот такая штука. Всегда тоже не знаю, как она называется. Короче, какая-то штука. Так, только давай, наверное, будем делать вот такую. О, ну ништяк вообще. Вообще ништяк. Супер, супер. Только, наверное, здесь тоже перилами надо все заделать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Там не крутится? Да вроде нет. Так, а я до туда дотяну? Нет, слушай. Можно, конечно же... Не обязательно... На две сразу опускаться. Можно на одну опуститься, да? Где-то вот тут на одну опустились. Прошлись там пол этого квартала, а потом еще на одно опустились. Тут же можно разное. Допустим, у нас будет один отсек. Ну, вы поняли, да? Не обязательно так резко спускаться, да? Потому что если мы будем резко спускаться, у нас получается вход только с вот этой вот штуки, да? Вот здесь будет. И это как бы, ну, такое себе. Ну, такое. Вот, если меньше спуск, то тогда мы, получается, на одну спускаемся, здесь проходим, и там еще. То есть, менее такой, этот самый, ну, вы поняли, менее жесткий. То есть, получается, здесь у нас... Так, давай, чтобы по фэншую, чтобы все было такое, вот, вот такое ровненькое, вот так вот, раз, два, три... И спускаемся, да, а здесь вот перила, то есть по одной. Ну тогда мы будем спускаться два года, примерно, с половиной, да. Так вот, раз, раз, раз. Да, давайте тогда, наверное, на первых порах делать жесткие ступеньки. О, надо же, я запомнил, как она называется. Вот, на первых порах делаем вот так. Наверное, два оборота точно. То есть получается раз, два, три, четыре. А вот следующий, пятый поворот, будем делать уже более такими узкими. Узкими. Так. Блин, я так задолбаюсь. Давайте мы выплюнем тут вот это. А здесь будем делать... Вот такими. Вот так вот раз. Блин, слушай. Я же оттуда начал, а не с этой самой, да? У нас тогда как получается? Либо я начинаю с одной площадки, потом ухожу.
А надо как-то продумать. Если я здесь одну площадку, тогда у нас упираемся мы, да? Тогда получается здесь раз площадка, два площадка. Здесь у нас всего одна. Может здесь тоже площадку сделать? А если я здесь площадку сделаю, то я на две опускаюсь. Здесь еще две будут, да? Так, если здесь две, потом опять лесенка, здесь опять две, да? Ровно как-то не идет, да? Не получается ровно, блин. Я почему-то думаю, что у нас закругляется. Тогда у нас получится, что если раз, два, это 4, 5. Ну да, здесь пятая не это. И тогда получается, здесь будет на втором повороте у нас получается по две будет, либо по одной вот этой. Ну как бы одна лесенка. Ну поняли. То есть спустились, лесенка спустились. Здесь получается лесенка. Ой, слушай. А нет. Здесь две штучки. Что-то я думаю, тут я смотрю, не то. Вот, лесенка. И здесь тогда получается опять две, да? Вот так. Ну, с другой стороны, может быть даже и лучше, потому что здесь будет перила, можно будет вниз посмотреть. Как-то поинтереснее будет смотреться, наверное. Так, 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 так. О, не, слушай, даже я бы не сказал, что такой дикий какой-то на этот самый. Вот на две, да, но первый путь будет резкий, потом вот так вот по этим самым. Слушай, а я могу изначально так сделать? Одну штучку. Тын-тын. И тогда куда бы она стала? Одна штучка. Тын. Здесь бы две. И отсюда пошла. Нет. Пусть будет первый спуск все-таки резкий, а потом вот такой, да. Так даже интереснее. Так. Сюда подошли. Все, что не делается, видите, оно как бы к лучшему. Все, что не делается, потом переделывается. Закон Стешанирса. Проверено годами. Так, это сюда. Это сюда. Так, ну что, мы уже, в принципе, глубокеньку, да? Кто понял уже, что мы строим? И зачем? Что и зачем, да, самое главное? Ведь что строим, это ладно. Самое главное, зачем? Вот, и, соответственно, тоже где-то должен быть выход, вход и так далее. Вот здесь, ой, слушай, да, правильно. Потому что на углу не совсем красиво было бы заходить, а вот здесь можно и две сделать. Так-то прикольненько. Прикольненько получается, да? Так-то прикольненько. Здесь еще лампочки надо будет сделать. Вообще огонь, супер, мне нравится. Мне нравится. Да, вот здесь как раз будет перила идти, там все дела. Так, как они там называются? Рейл? Ролл, да? Ролл. Роллинг. Нет? Или рейл? На ре, короче, что-то. Что-то на ре. Не знаю, будем искать. Будем искать. Это, знаете, такие... Зубастики фильм старый. Вот это такая штучка. Так, так, так. Где тут эти перила? А, рилинг. Рилинг. Нет. Все, перебрал. Это дрель. Ну, кстати, смотри, какой бур новый.
Новый бур. Нет, не тут. Так, он мне, по-моему, все равно все дает. Нет, где список-то? Где-то тут уже близко, я чувствую. Вот они. Рейлинг какой-то. Так, а какие? Какие делаем-то? Ну такие стандартные, обычные. Так, только нам надо с этой стороны. С какой? А, у нас тут 5 на 5, нам вообще все равно с какой. Я только что соспойлерил. Если кто понял, тот понял. Кто не понял, тот не понял. Я только что заспойлерил, почему нам надо с этой стороны делать. Вы уже догадались. Почему не с той? Ну так как я сказал, что 5 на 5 все равно где. То в принципе это и не особо критично. Вот, вообще желательно, конечно, столько с внешней. Вот такие вот у нас шахты. Теперь можно смело смотреть и никуда не упасть. Теперь желательно здесь свет провести, чтобы видеть. И убрать стенки и нормально сделать стенки. В дальнейшем там уже дальше будут проходы куда-то там идти, куда нам надо. Какие-то комнатки. Но изначально будет вот такая шахта. Сами знаете для чего. Так, только надо посчитать, а насколько нам надо-то. Насколько именно надо, насколько максимально это большую. Она что где-то, ну, в общем. Что, ничего не крутится? Нормально все. Пока что бури нет. День третий, бури нет. Или четвертый уже день. Бури нет. Слушай, классно, перила. Ой, пойдем перила с той стороны поставим. С этой, где у нас это. Где можно упасть. В смысле, вот здесь. Тык-тык. Готово. Тык-тык. Готово. Потом все надо покрасить. Тык-тык. Готово. И где-то отдельно нам надо еще сделать лифт, естественно. Может быть, даже по какому-то определенному краю. Так, а у нас, хотел сказать, я знаете что? У нас совпадает? Совпадает ли? По идее, да. Да, у нас совпадает. То есть, если здесь вот эта вот перегородка, там тоже перегородка. Да, у нас все совпадает. У нас не совпадает только вот эта часть, да? Вот здесь у нас совпадает. Я о том, что вот видите, вот раз и два. То есть можно здесь сделать лифт, к примеру. Вот здесь будет выход, вот здесь будет выход. И где-то там еще далеко будет выход. И нам, в принципе, три выхода достаточно будет. Вот, то есть теперь уже можно подойти вот так, посмотреть. Дальше буры поставить, прокопать. Так. О, супер вообще. Просто супер. Так, отсюда и вот такие штучки повернутся нам. Так, так. Вот. Пока что, наверное, на вот этой вот третий раз, два, три, да? Или еще ниже? Давай, наверное, еще ниже. На. Так, а это сколько по кубам? Давай посчитаем. Раз. Это у нас на сколько? На 2 кубика, да? 2 кубика. 4 кубика. 6 кубиков. 8 кубиков. Ага, 8. Правильно же? Да, 8 кубиков. 10 кубиков. 12 кубиков. На 16 кубиков мы вниз, да, опустились, получается? 16, 17, 18. Ну и нормально, почти двадцаточка. Я думаю, нам хватит. Чтобы прям совсем классно было.
Таких баз еще я ни у кого не видел, по крайней мере, в русскоязычном сообществе. Так. Ну, это не совсем база, это вы потом поймете, что это. Или уже, точнее, вы уже все поняли. Так, и здесь вот такая штука. Вот такая вот. Кстати, с баскетболом быстро отгадали. Когда я задавал вопрос, говорю, а что это? Ребята сразу отгадали. Так, а нам где лифты мы хотели делать там, чтобы нам максимально выгодно это расположить? Так, у нас вот это общий. Где-то бы, наверное, по вот этой части, да? Лифт, лифт, лифт. Тогда нам, получается, еще загибушку нужно делать аж вот сюда, да? Тогда вот здесь было бы нижний этаж. Тогда давайте мы еще загнемся по вот эту стенку, по вот эту. Как раз мы примерно на вот этот уровень, наверное, и вылезем. Если лишнее, ребят, мы всегда сможем убрать, потому что, как бы, такое дело. Но, с другой стороны, кто сказал, что будет лишнее? И кто сказал, что нельзя сделать последнюю, эту самую, вообще ровно по всему краю, да? То есть вот так и увести вообще вот так вот, вот так вот, вот так вот. И повести вот, вот сюда. Кто сказал, что так нельзя? А? Кто сказал? Никто не сказал. А так можно? Потому что я так строю. Это ж моя база. Я как хочу, так и строю. Вот так вот я построил. Все. Приспичит низ. Будем низ делать. Здесь делаем стил. Это будет у нас днище. Только днище бы, конечно, бы еще бы в днище бы сделать. Куда-нибудь днее, чем это дно. Днее, чем это дно, это можно только дно, вот это дно. Вот. Вот, вот это дно. Мне, в принципе, устроит. Как вид дна. Дно должно быть самое донное. Вот это донное дно. Мне нравится. Так, так, так. Сейчас буря начнется, а я тут в подземелье сижу. Может быть, конечно, меня тут и не застанет. Вот такая нормальная площадочка. Так, и у нас надо все это сбурить. Все было ровненько и хорошо. Так, здесь тоже. Последние штрихи, как говорится. Потом дальше стройка. Ой, сломал! Всю стенку сломал! Чего? Заткнись, Сири. Google тут откликнулся вашему вопросу. Я еще ничего не задавал, она мне тут это, понимаете ли, голос этого. Ну, умер во мне перфекционист только что, прям вот холодной кровью облился. Я знаю, там есть этот терраформер, который можно восстановить, но здесь не страшно, здесь все равно будет стенка, ребят, не волнуйтесь. Так, все, здесь, в принципе, все хорошо. Все хорошо, дно закрыли. Вот, можно было, кстати, вот эту решетку не ставить, а заделать просто этим самым, как его,
кубиками, вот такими. Потому что по факту здесь будет это. Здесь будет то, что будет на 3 на 3. Вот. А то, что будет 3 на 3, вы уже написали под предыдущим роликом, наверное. Отгадав, что у нас тут вообще за шахта. Вот. Это так все банально и просто. Кстати, я тут там эти самые сделал. Перила-то. Во, я нашел, как они называются. Рейлинг. Я правильно сочетание буквок набрал. Так, вот так вот. Так, а вот здесь-то как раз, наверное, и не надо даже делать. Да, здесь ничего не будем делать. Это здесь нам падать нельзя, а там-то, в принципе, мы уже даже и никуда и не упадем. Так-то. Так-то. А еще, кстати, по большому счету, как там с подключением-то? По-моему, даже часть надо будет разобрать. Все, осталось только свет здесь сделать, потому что это как тьма тьмущая. Здесь надо, чтобы светило. Чтобы небесное светило нам в лицо светило. Чтобы все было видно. Да? Чтобы такой подошел, такой... О-о-о, интересненько, интересненько. Кстати, не особо-то и это и глубоко накопали. Но мне нравится, ребят. Вам нравится такая шахта? Очень круто даже. Очень круто, на мой взгляд, очень круто. Вот, достаточно быстро вторая серия к концу, а мы уже шахту пробурили. Вот, если нам приспичит куда-то идти вглубь, вон туда вот эти вот усы делать, базы, туда, сюда, туда, вон туда, то у нас есть горизонтальные буры, которые нам спокойно траншею внутрь прокопают. Они копают не так глубоко, как сюда, хотя, по-моему, даже на столько же кубиков. Они достаточно тоже далеко копают, по-моему, даже на столько же. Надо почитать, насколько они копают. Может быть, они на 20 кубов и копают. Примерно. Вот. Здесь сколько там? 20, да, вырыли? Может быть, на 20 и копают. Прикольно. На фоне вот этих гор, тут мне нравится, кстати. Очень даже нравится. Все, ребят, серия подошла к концу. В следующей серии мы продолжаем строить нашу базу. Вот. Я думаю, что... будем, наверное, слоями идти. Просто вот первый слой вот так вот кубами сделаем, и там сделаем что-то, да? Дальше слой кубами и так далее. То есть не будем особо далеко быстро идти вниз, да? А будем делать потихонечку, как торт, слоями такой. То есть один слой, смотри, как красиво, да, такая? Страйкс меланхоличный. Вот, смотри, какая там прикольненькая штука светится. Все, дверь закрыл, на ночь ушел. Все, всех жду на следующей серии. Пиши, комментируй, ставь лайки. Всех жду на следующей серии. Все, я все уже сказал. Вы все знаете. Пока-пока.